Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня я вам предлагаю перейти на канал «Армейские воспоминания», ссылка на который будет внизу ролика. Этот канал, он представляет собой подкаст. Почему я хочу перевести этот подкаст в видеоформу, чтобы его можно было послушать? Потому что та платформа, на которой он был, как так называемые подкаст-сервера, они сейчас все начинают потихонечку закрываться. Просто чтобы сохранить этот подкаст, я его перевожу в YouTube. Его можно послушать. Какое-то изображение я там буду ставить, но оно совершенно ни к чему не обязывает. Может быть, со временем я там какие-то подкасты оформлю. Но самое главное, там просто его можно слушать. Подкаст «Армейские воспоминания» – это детище моего друга Мика. Он его, так сказать, родил. Но с определенного момента, вот с 13 выпуска, мы с ним стали вести этот подкаст вместе. Он меня пригласил, я, в общем-то, согласился с удовольствием. И вот у нас пошел такой подкаст. Сейчас, в связи, наверное, с общей загруженностью и моей, и Мика, он сейчас не продолжается. Но кто его знает, может быть, сейчас мы посмотрим, как люди откликаются на то, что мы с ним говорим в эфире. Может быть, мы его как-нибудь продолжим, если будет к этому интерес. Подкаст рассказывает о различных моментах армейских. Мы приглашаем туда интересных людей. Единственное, что надо делать пометку, что это не современное, но это год-два. 3 года назад. Тем не менее, это пока что интересно, актуально, потому что люди, которых мы приглашали, с удовольствием рассказывают о том, как они служили в армии, чем они занимались. Поэтому я приглашаю, потихонечку буду выкладывать выпуски. Вот сегодня я подготовил выпуск с того момента, когда я начал участвовать в этом подкасте. Поэтому привет моему другу Мику. Если он даст разрешение, я выложу его часть, начало, самые начальные подкасты. А начинаем мы с 13 выпуска. Я думаю, что это число будет для нас счастливым, поэтому приглашаю всех к прослушиванию. До свидания, до новых встреч.